Они сказали, не, ребят, мы это не делаем. Извините, это не к нам. Ну, для чего? Нахрена так делать? Для чего это, сука, создано? Чтоб солярка быстрее остужалась? Я не понимаю просто. Вот это вот дроча. Итак, сегодня у нас на ремонте новенький МСТ, который уже успел знатно так побить кровушки своему владельцу. Вызвали нас по ошибке на клапан ЕГР и сажевого фильтра. Мы в надежде на то, что все обойдется чисткой заклинившего клапана до запуском регенерации, приехали к клиенту. Но от увиденного я знатно так подохренел. Инженерные решения, которые никак не складываются со здравым смыслом. Антифризная рубашка клапана ЕГР, которая однозначно пробьется, и антифриз пойдет в выпускной коллектор, а при остановке двигателя набежит в камеру сгорания, которым приведет к гидроудару или заклиниванию двигателя. А начнем наш разговор с канала клапана ЕГР, который идет напрямую через головку блока двигателя, который непременно приведет к перегреву первого цилиндра. Но это только вершинка айсберга. Потому что здесь через головку блока цилиндров у нас идут выхлопные газы. Че за поеб, сука, инженер был? У него элементарных познаний физики, что ли, нету? То есть это, блядь, показатель того, что у нас начало головки всегда будет перегретой. Ну, для чего? Нахрена так делать? То есть у нас зад двигателя будет холодный, а лобовая часть головки всегда будет горячее, чем задняя. И, соответственно, всегда будет, то есть, винтом она идти, потому что она всегда более прогретая, чем задняя часть. Я не понимаю просто. Ну, это элементарная физика. Это просто физика. Долбы. А потом люди будут мучиться, потому что у нас, блядь, прокладка постоянно пробиваться будет. Постоянно уже будет ссать голова. Не, конечно, может, это мое предположение, но то, что вижу я сейчас, это так оно и будет. Но мы сейчас разберем, и как раз мы поймем. Да, конечно. Ну, просто сам факт этого, я в ахере просто. Погнали дальше работать. То есть, ребят, вот я сейчас смотрю вот на угол поворота. То есть, при том учете, что сейчас крабовый ход включен, и задняя ось вывернута. Это сейчас она влево, колеса повернуты по максимуму. И то есть, вот попробую показать вам угол поворота. То есть, вот, соосно ставлю относительно кузова. То есть, вот это вот маленький-маленький угол поворота, вот зад и перед, это сейчас вывернуто до конца. То есть и здесь, вот смотрим, это вывернуто до конца. То есть вы представляете, какой надо сделать угол разворота огромный здесь, при том учете, что здесь включен крабовый ход. Это прям огромное. То есть люди... Чуть-чуть там еще есть. Еще, то есть они выкручивают до конца. Почему так сделано? Потому что колеса у нас начинают задевать гидроцилиндры. На гидромеке там вот гораздо больше угол. Люди выкручивают вот эти вот ограничители. И то есть, ну, те, кто шарит, там уже давно за техникой, они уже чувствуют, там ковш приподняли перед, вывернули до конца. А я вот не знаю, я вот, то есть, так предполагаю, почему так сделать. То есть, может, чтобы она в габарит входила. То есть, я сейчас, может, ошибаюсь в плане этого. Это сделано именно для того, чтобы техника входила в габариты. И то есть, если шире, она уже будет не габарит. Может быть, я сейчас именно поэтому не сделаю. Но все равно угол поворота очень маленький. Ну, сколько тебе... Какой надо огромный... Сколько надо много места, а на стройке, вы сами знаете, никогда места нету. Чтобы развернуться, тебе надо поле целое переехать. Потом. Вот на что я сейчас обратил внимание. Вот основная стрела. То есть здесь, ладно, наложенный металл, здесь десятка, плюс наложенная, ну здесь потолще наложенная, наверное, двенашка. И сверху еще какая-то непонятная прилипончина, для чего она сделана, вот эта вот часть малая, не понимаю, потому что в ней как таковой несущей части, она там, ну сколько, ну 4 миллиметра может, вот так вот по толщине. Ну, претензия не к ней, а претензия к проушине. То есть насколько вот она, посмотрите, она прям малюсенькая. Проушина. И неужели она здесь отрываться не будет? Ну, не знаю, вы как бы время покажет, но на мой взгляд, вот на основе по-любому будут трещины. Но она сделана на сквозняк, то есть здесь дырка. Но вот я больше чем уверен, что вот в этих вот частях, вот в этих вот, будут трещины, и оно будет отламываться. На этой стороне скорее больше трещины, потому что та часть более нагруженная нагрузки, чем вот эта. То есть пойдут трещины. Это мое мнение. А что касаемо практики, покажет уже время. Не знаю.
То есть, если кто-то сейчас работает на этой технике и уже большое количество моточасов, напишите, как у вас, есть ли с этим проблемы или нет. А ты там что ковыряешь? Ты крутишь гайки? Да. Как обычно, Борис стоит, ни хера не делает. Сейчас. Вот. Вот. Охренеть. Вот надо руку в 5 местах сломать, быть маленьким китайцем и в подмастерье себе еще иметь такого гномика, чтобы туда он залез. Более-менее освободили. Более-менее. Осталось вот теперь те два, которые держат у нас теплообмен. Ну, которые я показывал в самом начале, вот эти вот. Для этого надо сначала отвернуть, чтобы туда подлезть. Ну, тут, кстати, окошечко есть под него. Вот под этот болт. Вот окошечко здесь. Да-да-да-да. Вон, видишь? Вот это окошечко. Я бы хотел бы этим изобретателям привет огромный передать. Они же не просто изобретатели, они изобретатели всякой хуйни. Не, ну вот тоже, ну такой пар, вот такой бред, блядь, изобрести. То есть они не думают о потребителе, а то, что... А у меня слов нету, и одни эмоции. Я не знаю, как это покажет себя на практике, но то, что сейчас я вижу, ну это... Пиздец просто какие, блядь, эмоции. Я специально сейчас вот... Я только сейчас буду записывать вступление. Я специально этого поджидал, чтобы набрать как можно больше эмоций, блядь, и сейчас рассказать о том, как, ну, это какой-то бред, блядь. И самое вот. Вот это вот чудо. Это у нас турецкая сборка, которая поступает для России. Как вы думаете, для чего вот этот вот радиатор? Давайте, пишите в комментарии прямо сейчас. Для чего этот радиатор? Он у нас, блядь, охлаждает. В России, блядь, охлаждает солярку. Вы серьезно? То есть она не греет солярку. А в России мы этим охлаждаем солярку. Я понимаю это в Арабских Эмиратах. Ну вы когда завозите эту технику для российского рынка, нахер вот это вот выкидываете? Для чего это, сука, создано? Чтобы солярка быстрее остужалась? Чтобы она быстрее замерзала у нас? Спасибо. Спасибо, и мы вам очень благодарны. Я просто, у меня эмоции, блядь, одни. Вот это хуя, прям, я сам-то охуел, честно. Я когда нашел, бывает, что за хуйня. Ну просто, блядь. Что ты рассказывал? Тут раз такие, насос вот мы его сняли. У него не найдешь ни фильтр нигде. То есть вот эти родные запчасти ходят, да? Фильтр, то есть вы сами не нашли. Да, это, я так понимаю, сепаратор. Другой поставили от GCB, здесь встроенный насос в нем. Ага. Мы его сняли, там из-за того, то, что нет на него фильтров. И мы поставили от GCB. За это пришлось снять, в принципе, насос хороший, а нету у него фильтров. Угу. Один даже есть где-то на картинке, где-то нашли, он стоит один фильтр, сепаратор. Нормально, технику мы завезли, а расходников на него не завезли, мы забыли. На него вообще нет фильтров. Масляный вот один нашли, вот не знаю, что дальше он идет. И аналогов, только в оригинале? Нет. Вообще ничего нет. Во, лайк. Первое ТО делали, промывали фильтр. Просто промывали. Потому что просто не было нигде. Какой-то это, уставший, отбитый. Вот так у нас. Запчасти приходят, хуй знает откуда, с Турции, блин. А это вот воздушный, да, у него? Это воздушный. Воздушный есть. Они там отскал. Ну, я смотрю, там что-то плюс-минус стандартное, похоже на стандартные перкинсовские. Потому что как раз таки овальт. Ну, это не джесибенковые? Нет, вот джесибенковый этот, двойной. Вот, кстати, на МСТ, вот по металлу у меня к нему никогда претензий не было особо. Вот. То есть, как бы, оно все свой ресурс отрабатывает, что в плане самого ресурса металла. Ну, то есть, вот, прослабили, и он антифриз выхлопного коллектора пошел. Ой, блядь, красотища! Ой, блядь, ой, инженеры! Ой, мудачье просто! Не, понимаешь, что, как бы, наш косяк тут в чем, что нам надо было слить антифриз, но... Вот скажите, вы хотя бы один двигатель видели, чтобы вот так соединялся ЕГР с выхлопным коллектором? Точнее, антифриз при снятии ЕГРа вот так вот выливался. То есть вот эта вот ебаная конструкция, вот повторюсь, наверное, еще раз, вот смотрим еще раз. Вот это вот у нас выхлопные газы здесь идут. А вот здесь у нас антифризная рубашка.
И то есть в любой абсолютно момент это может сюда пробиться, и антифриз может пойти в выхлопной коллектор. Скорее она будет дуть на заведенный наоборот, сюда у нас газы пойдут у нас в расширительный бачок. Но когда заглушится, соответственно, антифриз у нас пойдет куда? Правильно, выхлопной коллектор. И то есть, ребят, на будущее себе запоминаем, если на вот таком двигателе Перкинс у нас пошли газы, это вообще не факт того, что у вас пробилась прокладка под башкой. Это у вас вполне возможно пробила прокладка клапана ЕГР. Вот это вот дроча. Запоминаем и записываем. Поэтому, не знаю, на мой взгляд, крайне не рекомендую. Сейчас я посмотрю, какая это модификация двигателя. Вот это. Запоминаем ее и не берем. Вот нам тоже сейчас стало интересно, что за интересный антифриз здесь залит. Я такой вот, он прям прозрачный такой антифриз. То есть без цвета. Но это точно антифриз, потому что он сладкий, мы уже начали сомневаться, но он и жирный такой чувствуется. Интересный антифриз такой. Короче, мы сейчас это оставляем, масло слили, поставили на сливание. Сейчас уже время там, сколько, наверное, 3:00 ночи. Вот. Мы пойдем в машину сейчас спать. Вот, а утром продолжим. Пускай это все сливается потихонечку. Пойдем спать. Как ярко! Стихи быстро хрену снем. Короче, все, мы спать в машине. Все, до завтра. Блин, ярко как. Ну давайте, давайте, засыпайте у меня завтра. Можно? Завтра поздно вставать. Давайте, засыпайте. А вот и новый день. Мы что-то переспали совсем много. Рассчитывали часов в 6-7 встать. Времени уже почти 9. Надо вставать. Да мы еще пиздели долго с ним. Спит вообще. Короче, надо вставать. Лайфхак для тех, кто думает, как провернуть двигатель. Берете масляный съемник, одеваете на шкив съемник масляного фильтра, туда вставляете. И ничего, так удобно, в принципе, нормально, потому что здесь больше взяться не за что. Так что вот это, в принципе, хорошее решение получилось. Вот такой вот съемничек, на шкив одеваешь его. И очень удобно, сами не ожидали. Но решение пришло само собой, когда его посмотрели. Так, масло слили. Вот новое масло уже. Новое масло уже. Сейчас надо будет пробочку поставить, маслица залить. Вот следующий гвоздь в крышку гроба этого двигателя. Вот, это масляный щуп. Если вы не знаете, где он находится, вы его не найдете. Показываю. Свети. Вот у нас район двигателя. А теперь смотрим, где он находится. Попробуем, сейчас сначала я его воткну. Если воткну, это будет вообще манна небесная, потому что тут надо руку в трех местах сломать. А чтобы посмотреть, куда ты попадаешь, желательно глаз вытащить. Блин, ну неужели нельзя его вытащить сюда? И вот здесь, чтобы он удобно для людей вытаскивался. Ну сделайте его вот длиннее на 15 сантиметров. В чем проблема? Всегда так делали? А здесь мы так не можем сделать. Но есть же место и сюда, вот, чтобы эта трубочка выходила. Вот так взял, вытащил отсюда, посмотрел масло. Нет, надо вот так вот руку засунуть по локоть, чтобы вытащить и посмотреть, а сколько у нас масла в двигателе. А вот это обратно, которое шло через радиатор, топливо. А вот тот радиатор, который я показывал, вот он был подключен и стоял он. А где этот радиатор стоял? Спереди на самом радиаторе, да? Вот он тут так стоял. Красотища. Ну понятно. Я не знаю. То есть кому к самому МСТ у меня претензий нету, а вот конкретно к этому двигателю, да. Лучше брать не вот этот свежий, а старый. Переплатить 2 миллиона и чтобы вам поставили тот старый на механическом ТНВД, который именно ставится на 3CX. То есть тот же Common Royal имеется двигатель, но старого образца. И все, и проблем не будет. А вот с этим вот, да,
очень много проблем будет. Это то, что вот пока они поломки, а то, что пока мы то, что нашли. Ну, блин, ну это бред. Это бред полный. Короче, собрали мы здесь все. Сейчас будем проводить регенерацию. Запускать все. Клапан ЕГР почистили. Все нормально, расшевелили его. Погнали запускать. Так, в общем, завели его. Тут у нас сейчас стала другая проблема. Ошибки по ЕГР у нас ушли, но остались ошибки по регенерации сажевого фильтра. А проблема в том, что на этом двигателе Евро 6 запустить может регенерацию сажевого фильтра только Текса при открытом коине. А сколько я сейчас обзвонил своих коллег, единственная Текса, у кого открыт этот коин, находится в Ростове. А мы в Шатуре, Московская область. Ну, это за еще дальше туда. Будем сейчас думать, как сделать регенерацию без регенерации. Даже не знаю, что сейчас будем. Короче, будем сейчас думать, выдумывать. А есть варианты вот такого вот плана. Провести регенерацию сажевого фильтра пенным очистителем. Попробовать можно. Но не знаю, насколько это хорошо поможет. Потому что запустить регенерацию сажевого фильтра можно только через диагностику. А у нас такого нету. Да и вообще, в принципе, на всю Москву она одна такая с этим коином. Короче, сейчас будем выдумывать. Короче, нашли мы решение. Связались с нашими товарищами из Казахстана. Сейчас они нам по удаленке установят программное обеспечение на компьютер. И мы через Канматик будем с этим Магарычем связываться и пробовать запускать принудительно регенерацию сажевого фильтра. Короче, как всегда, выход из ситуации всегда найдем. Вот, сейчас уже Юрка у нас на Анидеске. Сейчас установит нам программное обеспечение все. Да, Юрок? Да. Да? Так что проблему, надеемся, решим. А чечами вот просто. С Перкинсом только вот так работает. Модный парень, первый парень на селе. Они автоматически. Автогеном. Они притемняются, да? Ну, это солнечное затмение, если смотреть. Да. Вот на лампу смотришь вообще? Так, все, установили программное обеспечение. Сейчас будем пробовать подключаться. Подключаться придется по проводам, потому что у нас с собой переходника такого нету. До H9. Вот, он там вон. Вот, там, в самом конце. Никакого с собой нету. Да. Они у нас есть. Просто они у нас лежат во второй машине. Вот. Так что сейчас будем соединяться, пробовать. Так, подключились мы, значит, на костылях. Вот на таких. Канматик подрубили. Сейчас будем пробовать соединение. Программа официальная. Все по Перкинсу. Мы теперь серьезные ребята. Мы не фуфлыжники, не барыжники, да? Так, да, на, подключай. Че дернулся? Так, ну все, поехали соединяться. Так, ЕЦМ-ка найдена. Сейчас идентификация блока идет. Так, че и где? А, во, прогружается. Все, стоп. Угу. Есть, все. Серийный номер блока у нас найден. Отлично. Соединение все прошло удачно. Ну, теперь можно его и ковырять. Все работает. Все как положено. А, красота. Программка читает как надо приложение. У нас опять не без приключений. Времени уже спустя. Это спустя 3 часа мозгового штурма и так далее. Что у нас здесь сейчас, какие приколы? Приложение само у нас есть. Но только чтобы что-то сбросить, нам требуется для этого factory код. То есть это пароль специальный для того, чтобы даже элементарно сбросить коды ошибок. Он бывает 5, бывает 10, бывает 18-значный код. У нас 18-значный. Приложение 23-го года у нас, самое последнее, самое новое, но на нем 10-значное. А человека, кто нам сможет этот factory код создать, мы как бы нашли. Цена вопроса 20 рублей. Но не в этом проблема. То есть, зная теперь этот factory код, каждый раз, когда человек захочет сделать регенерацию сажевого фильтра, звонок нам, оплата 20 рублей за factory код,
И тогда мы уже запускаем регенерацию сажевого фильтра. Замечательное у нас инженерное решение. Просто во! И то есть каждый там определенный период времени, как забьется сажевый фильтр, и чтобы запустить регенерацию сажевого фильтра, человеку потребуется отваливать как минимум рублей 50. Потому что, во-первых, техника находится в Хуево-Кукуево, и это нам каждый раз надо будет приходить, отправлять человеку 20 тысяч рублей, просто чтобы на вот этом вот чудесном двигателе у нас запустить регенерацию сажевого фильтра. И любая, я даже вот не понять не могу, чтобы ошибки сбросить, просто, просто ошибки сбросить, нужен этот факторикод. Это на официальном приложении Перкинса. А к чему мы катимся, я не знаю. То есть, либо нам всем скоро устраиваться в официальные дилеры, сразу во все, чтобы была возможность что-то ремонтировать. Либо, не знаю, вот просто Перкинс у нас сейчас нигде не поддержит, потому что это Великобритания. Катерпиллар у нас с рынка ушел. А МСТ с Турции у нас завозится. И с двигателями это у нас все Перкинса. И что мы дальше будем делать? И как мы будем дальше с этим жить? Мне вот интересно, как это дальше будем ремонтировать? Что с этим делать? Не представляю. Лолмади сказали, не, ребят, мы это не делаем. Извините, это не к нам. Вот у кого вы купили, к тому и обращайтесь. А МСТ сейчас завозится просто огромным количеством. Что мы будем с этим делать? Искать решение. Искать решение? Да, побеждать. Короче, у меня предложение. Приделать туда педали, и пускай едет, педалирует. Педалирует. Не знаю, ну, в натуре в скором времени мы просто как технику будут покупать, люди ставить туда старого образца Евро-4, Common Royal, это все выпиливать, вырезать, потому что вот элементарно вырезать отсюда мочевину стоит 350 рублей на такой вариант. Это примерно по деньгам выходит то же самое, что поставить на этот двигатель старый ТНС, ну, Common Royal обычный, навешать туда блок управления двигателя, вот, допустим, там, как на А4HK1, к примеру говоря, чтобы это все работало, ну, блин. Все просто, примитивно. Ну, нихера не просто. Ну, то есть, старые двигателя скоро будут нереальных денег стоить. Вся начинка, то есть, проводка, блоки управления двигателя, это все в ближайшем будущем стоить будет нереальных денег. Я не понимаю пока, как это дальше будет завозиться, ремонтироваться. Все просто будут, я считаю, переходить на Китай, потому что это единственное решение проблем на текущий момент. Короче, сейчас ищем по России, кто нам сможет не за такие большие деньги нам сделать факторикод. Если найдем, то хорошо, если нет, то придется платить 20 рублей за... Просто это на одну единицу техники сделать вот один код. Это не значит, что будет второй МСТ, и этот код подойдет. Нет. Там, то есть, требуется заново факторикод. Факторикод уже требуется во всех случаях. Чтобы сделать какое-то действие, нужен факторикод. Ты представляешь, сколько кодов надо запрашивать, короче, каждый раз? Нет, он один, то есть, ну, под одну единицу техники, он один идет. То есть, тебе любое действие, ты просто его вводишь и все. А, ну, значит, мы можем, значит... Вот с ним уже делать все. Да, да, именно вот с этой техникой. Вот, да, абсолютно верно. И вот на Катерпиллар еще уже решение как бы в России придумали, а для Перкинса в России решений нет вообще. И то есть... Сейчас стала такая проблема, чтобы запустить регенерацию сажевого фильтра здесь. Это не может сделать никто в России. То есть мы подняли всю Россию на уши. Никто нам помочь с этим не смог. Даже сами сервисные инженеры Перкинса сказали: нет, ребят, только дозванивайтесь в Англию, и может быть когда-нибудь после дождичка в четверг вам кто-нибудь поможет. Благо, как бы, ну, нашли человека даже в Англии. Он сказал, что, ну, ребят, как бы ждите там до понедельника, может быть, мы вам поможем, если у нас это получится, передать вам данные. То есть мы скинули сейчас в Англию все данные по этому двигателю, и, может быть, надеемся на это, что нам пересчитают это все. Сейчас пока этот двигатель встал на паузу. Блин, ну в текущих реалиях затягивать вот такие двигателя в Россию, точнее технику с такими двигателями,
Ну, очень такое интересное решение, потому что технических возможностей по ремонту его в России нет, конкретно этого двигателя. То есть провести диагностику элементарно можно. Официальной диагностикой ты не сделаешь там ничего, ни регенерацию сажевого фильтра, элементарно даже коды форсунок. То есть ты захочешь новую форсунку туда поставить, захочешь прописать эту форсунку, у тебя это не получится. И люди встанут на очень долгий неопределенный срок, пока не найдется решение в России по этим калькуляторам. Что дальше делать, пока не знаем. Данная техника встает пока на паузу до момента решения проблемы с этими двигателями. То есть мы пока не можем ничем помочь. И пока в России даже никто не может помочь с данной техникой. А те, кто смотрит на текущий момент, сегодня у нас какое число? 2 декабря или 3 декабря 2023 года. Если, ребят, кто сейчас смотрит, и у вас есть решение по этим двигателям, звоните, номер в описании мой. Может быть, мы уже нашли решение по этому двигателю, и уже созданы калькуляторы для этих двигателей. Если вы сейчас столкнулись с такой же проблемой, может быть, мы уже это сделали на тот момент, когда вы смотрите это видео. Пока нет. Мы сейчас не можем сделать его. Может, там, сейчас, если нам дадут ответы, мы его починим, как бы в любом случае мы сейчас об этом расскажем. Но пока все грустненько. Мы тут протусовались в машине, проспали двое дней, две ночи. Сейчас тут уже третьи сутки. Благо, здесь тепло и сухо, а мы не на улице, на улице зима. Вот. Ну, в общем, переговорили сейчас с клиентом. Что мы будем сейчас здесь делать? Будем снимать блок управления двигателем. Забираем его с собой, будем отшивать программно сажевый фильтр. Дальше мы обязательно расскажем об этом всем. А вам спасибо большое за просмотр. Ребят, оставляйте комментарии, для нас это на самом начале очень важно. Поэтому ставьте лайки, оставляйте комментарии. Спасибо вам большое, просто что досмотрели видео до конца. Всем спасибо, до свидания.